всем привет, друзья! Ну что, как ваше ничего? Надеюсь, что отлично! А 22-й год вообще не сбавляет никак обороты и только продолжает нас радовать. В этот раз, дай бог правильно выговорить, ну в общем, Европейский чемпионат по Лиге Легенд совместно с группой Against the Current, в общем, с группой ATC выпустили новые клипы, новый трек под названием Wildfire. И трек у нас анонсирует новый чемпионат, который будет весной этого года, если верить описанию, опять-таки. Фух, зная этих ребят, мне, конечно, думается, что нас ждет какой-то лютый заряд драйва и энергии. Но на самом деле все так непредсказуемо, что сейчас мы можем услышать что-нибудь красивое, мелодичное и направленное на разжигание чувств. В общем, не знаю, друзья, сейчас посмотрим. Как всегда, я на 100% уверен, что кайфанем. Ну а потом мы в итоге обсудим. Так что давайте без лишних слов. ATC Wildfire. Я нажимаю на play, вы нажимаете на полный экран. Погнали! Ага, ну... Это будет заряженная энергия, трек, окей. Я так понимаю, это логотипы команд, да? Это было бы логично. Огонь, кажется, пожар будет, да? Да, очень энергичный. Энергия так и брежет. Вот хочу танцевать, а сидя не могу. Не, я могу встать, конечно, но никому об этом. Крутой припев, мне очень нравится. Пиши, что ли? Давно такого не было. Воу! О, это Фнатики. Этот логотип я узнал. Не, ну не настолько профессионал, как бы, извините. Слушайте, прикольные, прикольные отсылочки, мне нравятся. XR, это что-то большое. Мне очень нравится трек, он безусловно улетит в плейлист, прямо серьезно. Правда, вот дикого огня, вот прям вот такая энергия прыгает, это прям конфета. Уу! 14 января. Ага. Нормально. Это, кстати, правильно. Это хороший пример. Всегда нужно тушить огонь.
Слушайте, ну в общем это очень даже круто. Как и предполагал, все-таки в хорошем смысле оправдались ожидания, что здесь нас ждал такой заряженной энергией рок, и посреди недели это вот прям самое оно то, что нужно. Когда вы вроде как после праздников отходите от того, что неделя началась, работаете, и вот что-то нужно, что придаст вам сил, и вот оно такое врук врывается, и это, кстати, прям вообще лайкосик за это. Сам клип, ну он достаточно скромный, ничего такого сверхъестественного, прикольно, что были отсылочки на спортивные команды, которые участвуют в этих турнирах, но мне кажется, что можно было бы сделать чуть больше визуальных отсылок, может быть, каких-нибудь эффектов, там где-то пасхалок, хотя, может быть, они, конечно, были, просто я вот такой вот внимательный парень с четырьмя глазами, но, тем не менее, если вы что-то знаете, обязательно пишите, давайте поболтаем на эту тему. Конечно же, очень приятно наблюдать такие треки, в принципе, это отличный анонс самого чемпионата, вот именно по энергии показывает, что будет очень дико все на турнире, будет море драйва, сюрпризов, экспериментов, с лирикой, конечно же, нужно будет ознакомиться, вдруг там еще были какие-то пасхалки, может, упоминать на не персонажей, там, подклассов. Ну, короче, такое частенько бывает в целом, когда группы посвящают какие-то композиции в честь мероприятий, поэтому я думаю, что это такое наковырять можно будет. Касательно самого трека, да, это вот отличная такая легкая роковая композиция. Конечно же, не без использования современных трендов, включения рэп, элементов поп-музыки. Вообще, понятие сейчас рока и металла, оно достаточно сильно размыто, потому что в него вмешивают, скрещивают такие жанры, что волосы встают дыбом, потому что это и поп-элементы, это рэп, элементы, это электроник элементы, и все это туда намешивается и так гармонично пытается склеиваться, что просто уже не отличить. Не, ну понятное дело, что отличить можно, но тем не менее все это очень сильно размыто. Ну а в целом, друзья, опять-таки очень крутой трек, добавлю его обязательно в плейлист, ну и буду наслаждаться, когда этого захочет душа. Ну а вы, друзья, пишите все-таки свое мнение по клипу, по треку, что думаете, какие пасхалки все-таки нашли от Лиги в этом клипе, что я мог упустить. Я почти уверен, что что-то такое я упустил. Так что пишите, не стесняйтесь. Ну и, конечно же, рекомендуйте что-то свое для просмотра. Мы обязательно с вами посмотрим, послушаем, насладимся. Ну и кайфанем, как всегда, потому что вы рекомендуете Годноту. Даже вот это порекомендовали мне именно вы. Я бы, скорее всего, пропустил, потому что я даже не знал, что есть отдельный канал для чемпионата Европы. Но так уж выходит, такой вот я спец по отслеживанию чемпионатов. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Мы обязательно все это смотрим вместе с вами, кайфуем и вам потом говорят спасибо. Обязательно жмякайте на подписаться. У нас здесь будет много годноты со временем. Ну и, конечно же, ставьте лайкосики, пишите комментарии, рекомендации. Активничайте, как посчитаете нужным. А пока я говорю вам, друзья, пока-пока. До скорых встреч. И куда ж без этого. Люблю. Целую.